Вот. И сегодня мы будем продолжать медитацию любви, которую мы начали. У меня тут целое блюдо розового кварца, ну, огромная тарелка с камнями. И розовый кварц – это энергия безусловной любви. Той любви, которая понимает истоки, понимает, почему так происходит. Почему все это случается, почему у людей так происходит. Вот почему с времен Древнего Рима ничего не изменилось у людей. И а энергии другие, мы каждый раз переживаем все это на более высоких энергиях. И что я хочу сказать, что когда мы держим вертикаль, сейчас вибрации же поднимаются, для того, чтобы ее держать, нам надо еще глубже заземлиться, еще выше вытащить голову в небо, еще выше достать до духа. Потому что как бы там что бы ни случилось, но мы духовные существа, божественные существа, и внутри каждого живет Бог, а боги не воюют. Вот я больше всего пытаюсь вот ориентировать или донести именно эту мысль. Вкупе с розовым кварцем у нас сегодня будет медитация мира, медитация равновесия, гармонии и безусловной любви.
Так, надеюсь, получилось у всех услышать звук клетками.